колокольный звон над землей плывет, а в монастыре братский хор поет. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Инок канонар положил поклон, и тотчас затих колокольный звон. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, воззвал, тенор возгласил, канонар хухо слаженно вторил. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Свечи, образа, мантии, кресты, братья поет грустный глаз шестый. Господи, помилуй, Господи, помилуй. С музыкой такой хоть иди на смерть, долго ли тебе, Русь святая, петь? Господи, помилуй, Господи, помилуй. Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор, посильней ударь. Братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спаси Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Мария Теплякова, город Суздаль. Мы поздравляем вас с праздником Светлой Пасхи. Наконец-то мы дожили до этого светлого дня. Радость в нашем сердце ликует и поет. И сегодня мы продолжаем вот тему о звонах, о звонарях. И вот Мария... Я думаю, что не очень много звонарей женщин у нас на Руси. Вот как вы себя ощущаете звонарем? Звонарем себя ощущаю прекрасно. Мне очень много раз задавали вопрос: а как вот вы, женщина-звонарь, как это вообще получилось? Есть такой стандартный набор вопросов: а как вам, наверное, тяжело звонить? А как вообще церковь к этому относится? Вообще, вот как вас батюшка благословил или нет? Очень рада, что Господь меня приставил туда, на это место, к колоколам. Большая радость. А с чего все началось-то? Началось все с того, что я услышала в Суздале, в Спасо-Евфимиевом монастыре, как звонит Валерий Гаранин. Я стояла под колоколом, весом с тонну, колокол огромный. И вот когда прошел через меня этот звук, я поняла, что все, отсюда никуда уже нельзя уйти, ничем другим заниматься нельзя. Пробило. Да. Здорово. А это было в какой день-то? В какой день? Да. Это был концерт колокольных звонов. Спасо-Евфимиев монастырь, он сейчас как музей-заповедник, и там звонится, и каждый час, вот несколько звонарей работают, и каждый час концерт колокольных звонов. Вот. Это было лет 6 назад, мне посчастливилось туда попасть, прямо на звонницу, на саму подняться, и вот так. И с тех пор вы просто вцепились в звонаря, учи меня, и все. Да, именно так вцепилась, учи меня, научи, все. Но он сначала сопротивлялся, потом все-таки научил. И сейчас вы там штатный звонарь. Сейчас я штатный звонарь Успенского храма в Суздале. Это ответственно? Да. Да. И радостно. Потому что батюшка, он приходит на службу, и он же настолько уверен, что сейчас звонарь именно в это время, да, начинает звонить. Вы берете у него благословение, да? Или как там? Беру благословение и поднимаюсь. Бегу. Высоко? Нет, совсем не высоко. Как, ну, второй, третий этаж, может. А в Петербурге вот у нас, кстати, в этом году, в прошлом году, да, был первый фестиваль звонарей, колокольных звонов, Невские колокола, вот, который Андрей Дьячков, да, организовывал. Очень хочется приехать. Да, в следующем году, да, я надеюсь. Потому что я вел это фестиваль. Это было нечто потрясающее. Снимали это все, и большой был экран, и было видно... Как звонят, да? Да, были женщины-звонари, даже из Финляндии были две женщины. И дети были даже. Наверное, Дьячкова, да? А? Дьячкова, да. Дьячкова, да, девчонки его. И это настолько привлекло много народу. И владыка был Назарий со своей братьей. Хорошо. Здорово, такое было, ну, радостное ощущение. Колокола дают такую великую радость, пробуждают человека. Да. Так простых звуков нам не хватает, каких-нибудь вот, обыкновенных, да? Конечно. Это, мне кажется, очень созвучно русской душе, вот, да, колокольный звон. Вы когда-нибудь вот размышляли, да, русская душа и колокольный звон, как они? Вот как вот, песни Романа Романа. Откликается душа, конечно, сразу. И у вас есть и стихи, и песни по этому поводу, да? Есть стихи. Стих такой, взгляд с колокольни. Что там видно с колокольни? Видно лодки на реке. По Кремлевке ходят кони, и туристы налегке. Видно облако такое, виден лес в его тени. Ты достала бы рукою, только руку протяни. Что там видно с колокольни? Дождь. А выше Бог с тобой, виден город на ладони, соколиной, голубой. Что там видно с колокольни? Только небо без краев, тихий свет, и ветер вольный, и любовь. Потрясающие стихи. Так хочется забраться на колокольню и все это ощутить. Это все с нашей колокольни. По Кремлевке ходят кони, туристы, то есть все прям как есть. Лодки на ладони. Да. Это помогает очень... Вот этот взгляд с колокольни помогает писателю, ну, во мне писателю, вот, который есть, да, вот, немножечко отстраниться и посмотреть на жизнь как наблюдателю, очень полезно. Посмотреть на людей, да на себя даже вообще, на мир, на все вот так вот, чуть-чуть вот со стороны немножко. Приподняться. Приподняться, очень полезно. Да. Вы хотели нам что-то на колоколах сыграть? Да, давайте. А что это будет за звон? Послушаем, это будет Суздальский звон. Угу. В чем особенность? Особенность, ну, это я старалась передать то, чему я научилась у Валерия Михайловича Гаранина, то есть то, что у него подсмотрено, подслушано, то есть так, звон суздальских мастеров. Послушаем. Послушаем. Спасибо, очень впечатляет. Вот. Конечно, необычно видеть женщину, действительно. Ну, народ идет, останавливается. Дети особенно радостно реагируют. Дети тем более очень, на Пасху всегда ну, открывается возможность, открывают колокольни, дети забираются. Ну, все, кто хочет, забираются на колокольни, да, и звонят. Да. Это такое радостное состояние. Целыми днями можно, конечно, трезвонить. Да, да, что-нибудь расскажите. Однажды, случай был однажды, да. Мужчина, поднялись они, женщины, и он так стоял, видно, что очень хочет позвонить, и шепотом меня спрашивает, а не грешно звонить? Я говорю, не знаю, говорю, попробуйте. И он так один раз так ударил. Спасибо. Вот. Да. Что-то, видимо, произошло с человеком. Вот не знаю. Вот. Он, наверное, ощущал себя таким грешным, наверное, что даже не мог даже в колокол ударить. Может быть. Вот у меня было впервые такое тоже, когда я вот только первый раз должна была звонить в колокола. Мне вот казалось, что грешно, потому что это сейчас все услышат вокруг. Вот, то есть это как будто ты к каждому человеку обращаешься, вот послушай, да, вот обратись там, к Богу через тебя, да, то есть так ответственно. Ну, так вот следующий звон, который вы воспроизведете нам, он как называется, особенности? Называется это «Красный звон», такой пасхальный, от слова «красивый», «красный», пасхальный звон во все колокола. Во вся. Здорово. Ну, это, то есть, звонарь показывает все свои возможности на красном звоне, на этом, да? Если строй колоколов минорный, то получается так немножечко задумчиво, да, так. Вот, если мажорный, то вообще всегда круглый год Пасха получается, да? Здорово. Давайте послушаем тогда звон. Я в детстве ездил к бабушке по Росковье, в деревню Базарова, и там была разрушена церковь. Конечно, там ни колоколов, ничего не было. И мы детьми эту старую разрушенную, полуразрушенную колокольню забирались. Там прекрасный вид открывался. Там, конечно, голуби жили, всякие галки. Ну, такое было какое-то действительно ощущение полета. Незабываемое. И то, что, видимо, Святодух, церкви, ангел, который Несмотря на то, что церковь разрушена, они там все равно присутствуют, охраняют престол. И незабываемое впечатление. Конечно, там все было исписано. Дембель, там какой-то год, там Маша плюс Вася равняется любовь. Жизнь вот, идет своим чередом. Да, да. Ну, впечатление незабываемое. Речка, Белая церковь, колокольня. Сколько об этом написано, все это образы, целые образы. Самые лучшие песни, в них все время колокольня, речка. Угу. Да? Да, храм. Храм. Вы что-нибудь нам еще исполните под гитару? Под гитару Булата Куджава «Молитва». Самая любимая песня у меня. Такое. А своих песен не поете? Свои. Я пишу в основном стихи. Не решаетесь написать песни? Нет? Мне кажется, что слово, оно достаточно. Самодостаточно. Для вас именно. Ну, для меня, да. Для меня слово самодостаточно. Передача собственных чувств, да. А музыка уже получается как за уши, что ли? Да. Притянута. Ну, какое у вас интересное отношение. Наоборот, по-моему, музыка усиливает. Нет, у меня такое отношение, что вот написался стих, и музыка уже как-то, ну, может испортить, что ли, лишнее. Хорошо. Ну, исполните тогда. Булата Куджава. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, Твоя власть. Дай рвущемуся к власти властвоваться всласть, дай передышку щедрому, хоть и до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи мой, Боже, зеленоглазый мой. Земля еще вертится, и это ей странно самой. Пока ей еще хватает Спаси Господи. У него, по-моему, у Булата Шавича на миноре заканчивался. Пасхальная такая у нас сегодня. Да. Радость. И заканчивается в мажоре. Слава Богу. Я просто удивляюсь, насколько у нас в России талантливые женщины. Вот, слава Богу. Батюшка, хочется верить, что оно все вот как-то в одном направлении. Потому что так сам себя спрашиваешь, думаешь, ну что, вот разбрасываюсь, да, и песни, там, стихи, и звон, и гитара, и гусли, там все, да. Может, что-то одно надо выбрать. Вот, а потом думаешь, ну пусть оно все. Как есть, так есть. Как есть, да. Есть же бывают еще и периоды. Периоды бывают. Увлекаешься чем-то, да. Все отставляешь, потом другое. Пусть оно так дополняет. Да, всякое дыхание, да, славит Господа. Я думаю, что лишь бы все это славило, да, Создателя. Да. Пусть будет так, вертикаль, ввысь. Но все-таки мне кажется, что вам надо петь свои песни. Ну, так у меня. Потом, не сейчас. Хорошо. Одно из ваших будущих направлений. Я думаю, что да. А? Ну, хочется верить. Ну да. Значит, мы пишем новую книгу, вернее, пытаемся издать, да? Книга прозы, письма звонаря. Звоним на храме. Да. Хотел передать себе привет и поклон вашему батюшке. Батюшке привет, большой поклон отцу Арсению. Благодарность за все, что он делает для нас. Дает возможность развиваться там. Да. Петь, звонить, радоваться. Пишите стихи, воспитывайте дочек. В общем, жизнь продолжается и течет. Приезжайте к нам в Петербург. Обязательно. Я надеюсь, что у нас это не последняя передача. Я вот так, ну, приглашаю. Бывает по несколько раз людей. Хорошо, за один раз, с удовольствием приедем. За один раз трудно что-либо там понять. Но все равно, мне кажется, передача так удалась. Она такая трепетная, деликатная. Мы же первый раз видимся. Хочется прочитать кусочек из поэмы «Звонарь». Как раз этот последний стих из поэмы называется «Пасха». Ну, вот как раз завершение. В завершении программы, да? Да, давайте. «Бог, воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Звезды стоят, как дети, держатся за рукав. Что ты о жизни понял? Понял, что смерти нет. Ночью на колокольне первым встречаешь свет. Метель на время расступилась, как море черное когда-то. Проходят с песнями живые под перезвон колоколов. Исходят мертвые из ада. Им ничего от нас не надо, лишь только вербы прутик если и запоздалую любовь. Без рукавиц застыли руки, так рано нынче воскресенье. Ты зачерпнешь пригоршню снега, поднимешь выше воротник. Вода сочится через пальцы, уходит, наполняет землю. Так жизнь твоя звенит по капле. Звонарь, ты вечности язык». Христос воскресе! Воистину воскресе! Спаси Господи! Дорогие мои, на этом наша передача «Лаврские встречи» подошла к концу. С нами была Мария Теплякова, поэт, музыкант, звонарь, певчая, писатель. Хороший человек. Спасибо. Даст Бог, ну это же. Божьей помощи вам. И всякое дыхание дохвалит Господа. До свидания. До новых встреч.